Повысить уровень активности молодежи, узнать больше о правовой и административной культуре, а также обсудить жизнь Солигорска. Такую цель поставили перед собой члены молодежного парламента, организовывая акцию «100 вопросов взрослому». В ее рамках молодежь встретилась с представителями общественных объединений и заместителем председателя Солигорского райисполкома Алексеем Стропко. Беседа проходила в формате конструктивного диалога. Встреча длилась на протяжении нескольких часов. Молодых парламентеров познакомили с аспектами работы законодательной власти. Обсуждали и возможные пути для дальнейшего сотрудничества молодежного парламента с руководством района. Юноши и девушки хотели узнать о развитии спорта, образовании, поддержке одаренных учащихся и, конечно же, здравоохранении и благоустройстве города. У молодых депутатов активная жизненная позиция, и их лица уже знакомы многим жителям нашего города. Структура парламента детей и учащейся молодежи сформировалась в Солигорске еще в 2012 году. И с момента основания ее представители активно принимали участие в жизни города и интересах молодой и прогрессивной части общества. Заместитель председателя райисполкома поделился впечатлениями от встречи, отметив, что рвение к познанию вызывает гордость за солигорскую молодежь. В основном ставятся вопросы – это наличие площадок для занятий спортом, это медицинское обслуживание, это те вопросы, с которыми мы работаем ежедневно. Поэтому сегодня, конечно, нам есть что сказать, есть что рассказать и определить для себя перспективу развития вот этих направлений с учетом мнения и нашей части общества, которое представляет сегодня молодежный парламент.